Около 20 памятников западноевропейского типографского и графического искусства на всеобщее обозрение. Выставка старинных книг открылась в Нижегородском художественном музее. Среди редких экспонатов, которые, кстати, представлены впервые, есть гравюры из альбома художественной галереи Турина 19 века, а также два тома Библии, изданные в начале 18 века. Эти издания имели широкое распространение в России. Для русских людей они оказались очень важны, потому что эти издания использовались в качестве иконографических подлинников русскими художниками, иконописцами, мастерами, расписывавшими церкви. Это сейчас такой общеизвестный факт. Посетители выставки могут увидеть и образцы французского книжного искусства. К примеру, издание с иллюстрациями Шарля Перро. Иллюстрированный альбом, посвященный героиням Шекспира, героиням шекспировских пьес с литографиями. Вот. И книга «Корабль Лютеции», посвященная легендам и древним памятникам Парижа. Многие экспонаты когда-то хранились в дворянских библиотеках в родовых имениях. Среди них, кстати, есть и графы Шереметьевы. В состав ценного фонда библиотеки музея входят также книги из собрания нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса. Жители и гости города смогут посетить выставку редких книг до начала осени. Экспозиция в Нижегородском художественном музее будет работать до 31 августа.